Коллеги, здравствуйте, приветствую всех Алекс Твича, приветствую всех Алекс Ютуба. Резидент 7, сегодня будем финалить. Так, окей, ну мы закончили на тем, что нам замию нужно, да? Что у нас есть? Странная бутылка. Странная бутылка, которую мы обнаружили у себя в кармане, очнувшись в доме Бейкеров. Наверное, она имеет значение. Блин, я бы не хотел думать о том, что находится в этой бутылке. Если вы понимаете, о чем я... Вообще, слушайте, я почему-то был уверен, что 7-я часть, что это реально какой-то перезапуск Резидента, а вообще вполне себе классический Резидент. Сука, только без резкой, но он жив. А, это типа Итан? Вот как мы выглядим со спины. Бля, откуда у вас у всех фонари есть, а? Умники. Ух ты ж, блядь. Ох ты ж ебландо! Ох. Блять, бом-бом. Что там нахуй? Что это было? What was that? What was that? Ну ладно, вроде нормалек. Ну как это, сука, еще. Кстати, я помню свой самый первый скример в Резиденте. Это, помните, была вторая часть оригинальная. И там зомби руки вытягивали. Так, ну ладно, нормально. Блин, а вот почему только один ящик она открывает? Почему все три-то не посмотреть? Может, в среднем бы есть что-то, ништяк какой-то. Что такое это было? Ох ты ж, блядь. Кто? Ага, нам сюда. Но мне кажется, не стоит туда идти. Что-то мне кажется, вот прямо сейчас мы трупы их увидим. Так называемый флешбэк произошел. Это флешбэк. Что такое флешбэк? Флеш-свет? Бэк назад. Вспышка, приводящая нас назад. Флэшбэк. Я, кстати, только сейчас понял, да? Что это значит? Ну, буквальный перевод, так скажем. Полиглот, ебать его в рот, да? Я Кузьма Гридин, у нас тут про слова. Ну давай, блин, дондхойны. Давай! О! Ох ты ж, не страшно? Должно быть, иначе бы ты прятался. Она мне не дочь. She's not my child.
Так, список экипажа. Эд Карлайл, Пол Фиджеральд, Джованни Финетти, Кларк Волс, Джон Чалмерс, Джеральд Водл. А, понял. Ты такой умный. Да. Не, ну, ребят, хотите тупеть, смотрите своих стримеров. Как бы нормальные ребята давным-давно смотрят только мои стримы, потому что на них люди реально становятся умнее. Среднестатистического... козла. She's in... Она во мне. She's inside everyone. Какой-то ангел. Кстати, заметили, ангелы всегда накачанные. Ну, следят за формой. Ну и черти тоже, кстати говоря. Танкер Аннабель. Построен в 87 году. Полная, ну ладно, это вообще, что за информация? Are you remembering? Нет. What? What are you? Гадкая девочка. Злая девочка. Блендентхойне. Путь один наверх. Давай, сука, скример! Скример! Не боюсь! Давай! Прямо на меня, прямо на ебало, готов встретить! Боится? Боюсь. Пау! Боюсь. Хорошо, но я возьму с собой клыка. Ну? Пау! So am I. Опа. Враги. Still waiting for you. She's just dreaming. Бля, мне бы ножик хоть какой-нибудь, хоть что-то, блядь. Может, я могу это как-то использовать? А-а-а. Че, вообще никакого варианта разбить это говнище нет. Так, понял. Вот этот Типсон там охраняет. Главное его не забайтить. Эпоксид, балдеж. Да, по-любому пукль должен быть где-то. Блендентхойне. Вообще они будто меня не слышат. Ха-ха-ха.
Так, понял. А как? Все, все, все. Закрыли. А, понял, можете открыть. Ну, типа можете, на самом деле, нихуя не можете. Фух, а я могу, да, типа выбраться? Нам уже не спастись, но я хотя бы расскажу миру о том, что здесь произошло. Я вернулся с ночной вахты и отсыпался в кубрике. Было около полудня. Будучи в полусне, я услышал смех ребенка, маленькой девочки. Или, может, мне почудилось. В 19:30 меня разбудил какой-то шум в коридоре. Тут вошел Дрю. Один из механиков сказал, что внизу что-то происходит. Возможно, это бунт. Он был очень бледный. Он сказал, что пойдет, все разузнает, ушел и не вернулся. Наверное, было 19:50, когда раздался ужасный вопль. Я пошел на разведку в прачечную, увидел, как какое-то черное чудовище пожирает Кларка. Оно повернулось и направилось ко мне, огромными зубами, как у акулы. Я завизжал и убежал. Теперь сижу, съежившись в кубрике, трясусь и пишу эту записку. В коридорах полным-полно этих тварей. До сих пор то дело раздаются вопли, но я ни за что не выйду. Завершаю свое послание, и я рассказал все, что мне известно. Джованни Финетти. Это Джованни Финетти. Залупа! Лосяш, не получилось. На последнее время по РЕ подводим итог. Росомаха сильнейший, спасибо за ответы и внимание. Опоздала. Нет, спасибо за 2000 рублей, приятно. Наконец-то. Бля, ну две пули это вообще срань полная. Но, с другой стороны, две пули это лучше, чем одна. Чем ноль, точнее. Бля, ну все-таки что там лежало? Да, пригодится, мне это не пригодится. Пиздец. Закрывается так говнище? Нет, не закрывается. Нормально. Блять, захилиться? Захилиться или патроны себе намутить? Ладно, похуй, лучше патроны себе замучу. Хотя бы шансы появятся. Видите, это ваша ошибка. Что вы предпочтете хил пулями. Там сюжетная хуйня. Я наверх хотя бы лучше поднимусь, посмотрю, может там есть еще какие-то ништяки. Понял. Ну а это просто схаваю. Нормально. Ну рассказывай. Watch it. No. What? Why? You need to remember, so we can be a family. Ну давай, посмотрим мультик. Тест субъект Е001. Alan,
You're getting worse. Alan? She must have infected me during the attack. And I'm too far gone anyway. But it serves me right. It's my fault she got out. Yeah, it is your fault. But that doesn't mean I'm gonna let you die. А почему это на кассете? Типа, она это снимает? Типа, ее муж умирает, а она такая... Да, Алан, это действительно ты виноват. Пророк Сен-Вай. Сёде! Take it. It has her tissue samples. You find her. You fix this. Okay, Evie. Where are you? Нихуя себе, у меня автомат есть. Отдел специальных операций, директор Алан Дроули, опекун Мия Уинтерс. Последний отчет указан на то, что если Эвелина остается на том же месте, могут выкрасть противостоящие нам организации. Поэтому поручаю вам переправить Эвелину в наше главное американское подразделение на сохранение до особого распоряжения. При транспортировке соблюдайте следующие правила. В избежание подозрений... Постоянно ведите себя, как будто вы родители Эвелины. Поддерживайте жизненные показатели Эвелины с помощью кодекса генома. Практическом строю миссии уничтожьте Эвелину. Понял? Так это Мия в какой-то мутной хуйне замешана. Пришло время пожелать баю-баюшке баю. Не ложись на краю. Ага. Понял. Так. Пищевые добавки. Фу, блядь. Так, сюда могу? Сюда не могу, понял, только отсюда могу. Заперто с другой стороны. Ага. Ясно. Так, ну ластовая дверь осталась. Вот та. Тоже заперто с другой стороны. Ну все проверено. Ну ебать, конечно, флешбэк внутри флешбэка. Лучше сначала проверить весь этаж. Так я проверил весь этаж. Все, я сам в чат. Даже в чат не хочу смотреть. Даже в чат не хочу смотреть. Сам справлюсь. Так, бля, не, ну мы уже кругаля обошли. Хуйня полная. Так. Сын мой. Помнится, ты бросил курить, сейчас опять с папироской не совладал. Ты пагубной привычкой. Это было 5 лет назад, друг. Много всего произошло за 5 лет. Ну да, получается, не совладал. Так, в этой комнате? Нихуя. Нихуя, факт, факт. В этой комнате? Нихуя, факт. Факт. Лифт нельзя. Это говно закрыто. Нет, открыто. Но тут
блядь, делать нехуй. Так, хорошо, я понял. Наверное, что-то там все-таки было в этой комнате. А-а-а, блядь, вот вам нахуй. She's vomiting. У нее рвота. А это кто, Эвелина? Damn, we'll have to reset. How's it going? She's vomiting. Far more in excess of her body mass. Oh, great. We're gonna be seeing a lot more of her ugly friends if this keeps up. Так, у него сейчас надо будет сражение. We need to find her and fast. This is getting out of hand. Agreed. Так, сейчас будем пиздиться. Сейчас будем пиздиться. Так, ну все, теперь мы осмотрели этаж. Нихуя. Но тут я сразу все просчитал. Тут гейммастер просто переиграл. Ага, вот ты. Пророк Сенбай. Точно не Ледаст рубли. Жду третий сезон, но здесь будет еще больше контента, и все только веселее, качественнее, комфортнее и лучше. Смотрите, давно на стриме посел только из-за майна, что увидел в реках. Понял тебя, друг. Спасибо. Бля, куда ехать-то? На третий могу, не работает. Четвертый, понял. А, я на втором. А, вариант один. Никита, вы как трус с автоматом бегаете. Монстр-то без оружия, несправедливо. Вот что-то чувствую, надо по этой хуйне ёбнуть. И будет прикол. Бля, ну-ка я проверю. Нет, тут это не работает, ладно. Хилок так много валяется. Прям это такой намек, типа, что лучше стараться их обходить. Понял. Бля, патрон мало осталось. Дистанционная бомба.
А как, почему я не могу... А почему я не могу завязать? А почему... Понял. Теперь понятно, как это работает. Патроны для пулемета. Ellen, I think she's on the other side of this door, but I don't have a key. Try to melt down the lock. You're on the bottom level, right? Yeah. Check our luggage. Бля, ну и звук неприятный у этой двери. Коррозийное вещество. Ага. Ага. Надо левиаса. Бля, там еще одна была дверь, которую можно так расплавить. Ну-ка, давайте-ка вернемся. Не знаю, я надеюсь, там все-таки ради чего-то мы возвращаемся, будет смысл. Но мне что-то кажется, там 100% сможем боезапас наш пополнить. Залутать одну траву. Да, вот это будет обидно, конечно. Но надеюсь, нет. Все-таки комната так далеко находится. Не, нормально. Трава, пулеметные патроны, коррозия, дистанционные бомбы. Не-не-не-не-не. Это хорошо, что мы сюда пришли. Сейчас мы все еще, блядь, аптечек наделаем. Ну, не, одни плюхи. Ну и тут все, это ёба-автоматчик. 160 пуль, 2 бомбы, 2 аптечки. Мы точно играем в Resident, а не в GTA. Are you mad at me, mom? No, Evie, I'm not mad. Wait, what did you call me? I don't want to live in the lab anymore. I want an app, and I want you to be my mommy. Okay, Evie, I'll be your mommy. Just come back with what, me. What, сука? Okay? Where are you, Evie? Ну давай, блядь, выпрыгивай, хуета. Evie, wait. Yes, but she ran off. She's making more friends, Alan. Those things are everywhere. I told you so. Блять, напряженка. Are you okay? You just worry about getting Evelyn back. А куда идти-то? Блин, зря только возвращались. Все равно в эту сторону пойдем.
Ты там один? Ну давай. Нам отсюда попроще будет отстреливаться. Так. Умом, блять. Блять, ребята, вот честно, я так не являюсь вот этим фанатом вот этой параши. Умом. Вот есть люди, которые любят вот в эти игры играть, где у тебя там каждый патрон на вес золота. На меня это стресс только вгоняет. Ну давай, 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 лифт. Бля, я надеюсь, мы за Итана сможем залутать автомат. Emergency safety lockdown system has been engaged. Вот, к слову, опять о чем я говорил, да, на каком-то стриме. Вот это классическая резидентская хуйня. Когда вот начинается в прикольной локации... Дом, полицейский участок, загадочность, вот какая-то. Но все всегда, блядь, скатывается к какой-то ёба-лаборатории. Так, вот там вот можно коррозию. Ёбаный в рот! Где? Откуда? Сука, я не выйду, блядь, чел. Хочешь, выходи сам. Я не знаю, нам как-то из этой ситуации надо выбираться. Пиздец, столько пули на тебя потратил, да, зря? Понял?
Надеюсь, ты не можешь прыгать? Ты не можешь. Так, там все закрыто. Нам нужно вот в эту комнату пробраться. А, ну, наверное, вот так вот можно обойти просто. Нет, нельзя. Сука, сражаться, что ли? А, стоп. Нет, стоп, мы тут были. Сука, ну выхода нету. Только съебываться. Сюда. Так, что-то я уже за меня затуп начинается. А, ну. Может, мне на лифт нужно? Не-не, на лифт мне не нужно. Не-не, мне нужно в эту комнату. Эбби наверху. Alan, where the hell are you? Эбби наверху. Так. Тут ничего у меня нету. Нет. Так, значит, мне нужно на эту лифт. А я не могу как-то... На третий этаж тут нет съебаться? Нет, не могу. Понял. Наверное, тогда мне не надо. Не, ну там нам надо что-то делать. Ах ты ж, блядь. Бля, она сама взорвется, если никто на нее не пойдет. А, я могу ее поднять. А я могу вот прям сюда ее положить. Прикольно. Враг нейтрализовался сам по себе. Фух. Бля, как меня уже бесит эта локация. Все, да, я правильно иду? А, ну вроде показывает правильно. Фу, сука, туда-сюда, туда-сюда. Как вы заебали, блядь. How did you get here? Where's Evie? She's out of control. Without the treatments, she's deteriorating. It's a good thing we're already dying. Don't say that.
she trust you? That little bitch never trusted. Okay, wait. Evie, no, Evie. Ellen, listen. I didn't mean to call you that. Блять, как ты так мог? You have to fight her. Ellen, stop! Stop right now! Don't touch me, don't. Пошло, блять, аниме. Ротавирус, блин. А, и типа она, наверное, отправила нашу героиню искать нового папу. Типа старый папа все, нужен новый папа. Бля, еще один флешбэк, в который надо поиграть. Бля, не самое лучшее время, чтобы скайпик созвониться. Итан. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. Зацикленность. If you get this, stay away. Forget that you ever knew me. Have a good life. Бля, Итан, куда ты полез? Зачем тебе это? Придурок, сидел бы в своем Нью-Йорке. Ну все. А, понял. We'll be together forever. Все, это уже мультик. Бокс А4, успокойся. А что такое бокс А4? Фер? Блин, я, кстати, фер вообще играми у меня прошла, но я знаю про тему, что там вот девочка мелкая ходит. Блин. Now do you remember? Yes, Evelyn. I remember. Can we be a family like before? No, Evie. We can't be a family. We were never a family. We will never be a family. I don't need you anymore. Family, family. Бля, вот каждый может ребенка обидеть. Батя, у меня 11 пуль осталось. Так, эпоксид. Нетоксичное разрушение объектов. Использовали биоторс и ПТ только для... Пророк Сенбай. Содержимое уже кто-то забрал. Понял. Мартошки с рублей, как добрый вечер. Недавно для прикола набрал 100 кг. Затем сбросил до 85 без залов и особо строгих идей. Тут, скорее всего, важно просто держать контроль. Всем приятного аппетита, хорошего стрима. Наверное. Huh.
Блять, два пути. Ну пойдем сначала сюда, посмотрим, что там. Потому что мне бы налутать патронов. О, патроны, патроны для пулемета. Значит, пулеметик-то мой где-то валяется. Порох, балдеж. Травка, балдеж. Похоже, поломанный. Так, окей, значит, пулемет мой там. Кто-нибудь ел сэндвичи, которые дают при перелетах на С7? Сейчас думаю о них. Раньше, кстати, они были неплохие. Но, честно сказать, сейчас в самолетах еда пиздец как скатилась. Хотел сказать, что в российских авиакомпаниях может есть такая проблема, но что-то я и Turkish Airlines летал тоже. Хуйня хуйню сейчас. Раньше, пиздец, ты в каком-то задрипанном трехчасовом, ну когда еще не нужно было облетать, так сказать, нашу соседнюю страну, да? Я говорю еще до 2014 года, когда ты летел 3 часа до Турции. Да, ебать, там тебе всегда какие-то ништяки дадут. Всегда. Просто задрипанный чартерный рейс. Сейчас такого уже нету вообще. Так, это мы... Не понял, мы отсюда пришли или нет? Сюда сигануть? Ага, мы отсюда пришли. Понял. Карта корабля. Ага, балдеж. Каюта капитана. Бляха-муха. Где ключ? Мне нужен ключ. Короче, вот тут ту хуйню надо будет прокрутить в лифте. Как я понимаю. Прокрутить в лифте, и тогда что-то да произойдет. Хорошо, хотя бы хп не отнимается. Луис, кабель накрылся, у нас был кабель на замену, но его пришлось использовать для ремонта в лазарете на третьем этаже. Придется попросить этот кабель у доктора Уордл. Мне срочно нужна вторая машина. Для этого надо сначала починить эту штуку Дуэйн. Ох. Спуститься, подняться. Ну давайте спуститься. Что там на 1F? Ебаки. А, понял, что на 1F? Нет, мне сюда не нужно.
Это база. Наш жена очень нравится твои стримы, смотрим их, к сожалению, только в виде хайлайтов. Спасибо за творчество. Спасибо большое, аноним. О, универсальный нож. Тема. Умом? Умом. Ну, бомбу потратил, это жаль. Порох. Так, окей, у нас есть порох и несколько... Пусть будет лучше. О, эпоксид, блядь, шикарно. Блядь, я лучше аптечку себе на всякий случай замучу. Блядь, или нет, или лучше по пуле. Бля, ну пули такое чувство поценнее будут. Ладно, вкусно. Аптечку. Просто не сказал бы, что аптечки прям тратятся. Так, вот сюда в прошлый раз я не смог зайти, да? Да, в прошлый раз и не смог. И вот эта хуйня была закрыта. Не получается открыть. Бля, неужто тут будет классическая загадка с картинами? Гостевая комната. Куда нужно идти? Почините лифт, найдите предохранитель, найдите силовой кабель в лазарете на третьем этаже. Так, но в гостевую комнату мне надо по-любому. Тоже надо понимать, с какой, блядь, стороны они пойдут. Сзади нахуй. Ну, со спины не идут. Блять, такое чувство, что надо было оставить отдел специальных операций. Следующего года нашего Велина остается на том же месте. А, ну это я читал. Пистолетные патроны, это хорошо. Окей, ну давайте. Засейвимся. Фу-фу, то есть коррозию сюда надо ебануть. Да-да. Просто прямо.
двух выстрелов. А как ты умер с двух выстрелов? Тоже непонятно мне эта ситуация. А чё картины не перевернул? Так не предлагали. Там ничего не высветилось. Ключ от шкафа в каюте капитана, блять, это пулемет. Щит. Вот сейчас будет грязь. Красные. Это мы сделаем усиленные патроны. Ну давайте. Хотя пусть будут, лишними не будут. Че я понял, в этой игре аптечки это такая тема. Так, пойдемте сразу за пулеметом. Пулемет важнее всего. Бля, мне вообще сюда надо идти. Бля, я не помню, прямо вроде и шел я, да, в прошлый раз прямо. Ну да, вроде шел. Каюта капитана выше. Каюта капитана выше. То есть мне назад идти. Блять, нет! Каюта капитана. Ну я ж через лифт в эту каюту капитана попадал всегда. Через лифт, 100%. Не, базар всегда шел через лифт. Какой базар? Куда шел? Вот лифт! А! Блять, тут два лифта с двух сторон. Не, ну это пиздец, конечно. Тысячу лет, нахуй. Так, каюта капитана. Вот она там. Ну тут монстряки, мне кажется, уже появятся сейчас. Ха! Охуенный враг. Прикол. Так, а я тут взял уже к этому моменту хуйню с ключ капитанский. Да, взял. Так, ну ладно, надо завязать хотя бы травку, чтобы не слишком страдать. А вот так вот можно? Ну, больше пуль потрачу, реально. Все? Итан. О, Итан? Чё-то я не понял. Это вообще будущее или прошлое? Сука! Stop it, Evelyn! Дай мне просто пулемет уже взять, сучка! Fucking hallucinations. Where is she? Бля, вот тебе не похуй, давай просто возьмем пулемет и разъебем, блять, всех. Не то, что это ебущее всех оружие. А, так вы, суку... Это издевательство, да? Наконец-то.
Так, хорошо. Найдите силовой кабель в лазарете на третьем этаже. Найдите предохранитель. Так, очень странно, мышка дергается. Надо сейвиться, а я тут сейв комнату что-то не вижу. Так, ну все. Теперь на третий этаж. Искать силовой кабель. 3F. 3 флор. Ну это оно. Диспетчерская. Так, ну здесь силового кабеля будто и нету. Вот в этом конкретно. Конкретно тут. Не забудь про картины. Бля, ну я надеюсь, неужто я реально с картинами... Просто такое чувство, там даже не прокликать было. Так, ну на 3F, что я мог посмотреть службу безопасности, я посмотрел. Но, видимо, реально ниже. Сюда не надо. Блять, и вообще не увидел. Сука, лишние патроны потратил. Сука, ну мне туда нужно, в элеватор. Может, я быстренько успею как-то? Нормально успел. Бля, их реально можно было прокликать. Ну и в чем тут может быть загадка? Типа, перевернуть их нужно все. Блять. Мне кажется. Так, ну-ка. Где подсказка? Ну ладно, по методам проб и ошибок. Так, вот эту не перевернуть вообще. И вот эту тоже. А, и вот эту тоже. Но тут вариантов немного. Так вот. Нет. Так вот. Нет. Так вот. Нет. Блять, сука. Вот это затуп, нахуй. Ну
Ладно. Так, здесь ничего коррозии нельзя открыть. В диспетчерскую нужно. Не дай бог какая-нибудь хуйня слева-справа! Так. Флор. Ага. Дмитрий Брикункин, 50 тысяч рублей. Здравствуйте, Никита, удачного вам прохождения. Отдохнуть после напряженной игры. Это предлагаю база. За просмотром выпуска «Уральских пельменей 12 ульев». Ладно, ладно. Почему бы и нет? Вот какая хуйня бежит. Вот откуда-то, сука, отсюда вылезет. Ах ты ж. Так, блёнда тхойная. Так, дайте-ка мне, травка есть у нас? Блять, травы нету. Я хуею! Где? Вот это нахуй! Что сейчас было? Что это такое? Блять! Я управляю этим вообще? Ёбаный в рот! Блять! Я не знаю. Прокнет, не прокнет. Ну давай, иди ты сюда уже. Охуенно. Так, ну это вообще, блин, донтхойно был сейчас. Но даже не кот-то у нас ни разу. Это почему? Это потому что мастерство. Потому что папа играет. Это же вам, блядь, не летсплей. Вована. Вована, блядь. Силовой кабель. Наконец-то. Уж забыл, зачем шел. Найдите предохранитель. Блять. Так, а я не могу сюда, да, пройти? Просто дверь как будто должна открываться, но она не открывается. Окей. На четвертый этаж, вот туда нам не нужно. На третий, второй, нет, первый, Вот что-то в первом комната отдыха. Нам нужно в комнату отдыха.
Испуг перед массажем был. А мне не стыдно, знаете, да? Мне не стыдно. Я делаю массаж одной очень симпатичной женщине. Потому что я ее люблю. Эта женщина моя жена. Мне не стыдно. Мне не стыдно. Так. Один Э. Вроде на один Э можно спуститься по лестнице, как я помню. Туда-сюда, туда-сюда, озон-газон. Корабль душный ужас. Да, вот просто... Мое мнение, кстати, тоже локация говна. Мое мнение. Вообще ни в какое сравнение с... Пизда, пуль больше тоже нет. Можно нести больше предметов. А это нужно. Бомба, бомба. А нахуй я сюда пришел? В смысле? Я тут сюда только за лутом пришел? Я думал, здесь будет дальше что-то сюжетное. Пиздец. Почините лифт. А, ну лифт. То есть мне в лифт сейчас. Просто в лифт? Реально? Какая там хуйня образовалась. Не хватает. А чё с ебалом-то? Взлетела ракета-то до 100? Да. Пусть и они. Да. Качелка, качелка, качаюсь я в качелке. Дмитрий Брикоткин, 5000 рублей. В принципе, можно и на завтра перенести, я не против. Надеюсь, вас больше не испугает мой донат. Я поставил все болткоины на вашу смелость. Испуга не было. Испуга не было. Ну, короче, давайте... Вопрос. Чат, у меня к вам вопрос. Сколько мне примерно осталось? Вот вопрос такой у меня имеется. Мы уже близко к финалу или не близко к финалу? Найти предохранитель. Где мне его искать? Что я мог упустить? Предохранитель в комнате, где ты его брал на кассете. На кассете? Типа тут, что ли? Бля, сука. В этой, что ли? Тут нихуя. Пиздец. Пиздец, все это время... Бля, я хуею просто. Я хуею.
чуть-чуть, блядь. Не, ну надо же. Бля, ну это первый вот затуп прям конкретный. Так, а куда нам нужно? В подвал. Подвал это у нас S2, наверное. He's waiting. Ага, да, понял, это подвал. Вот эта хуйня сверху. Сможешь ли ты вниз как-то проникнуть? Пиздец. Травы больше нету, но есть аптечки. Живем, так сказать. Пророк Сенбай. Ага. Скади, 100 рублей. Что же точнее, корабль или болото в Dark Souls? Бля, конечно, болото в Dark Souls. Болото в Dark Souls это еще очень дол... Ну хотя хуй знает. Но корабль прям... Мое мнение, самая душная локация в игре. Просто, если бы игра была вот про это... Я бы ее скипнул. То есть, типа, в домике с деревенщинами было угарно. Так, ладно, я понял, лучше не тратить патроны лишний раз. Умер? Все, ладно. Так, ну ему лучше 3. Охуярить. Да. Потому что с 2 он не умирает, а патроны тратить не хочу. Так, и лучше обычными. Пророк Сенбай. Чистюля 100 рублей. Коллеги, пожалуйста, разбаньте в чате. А вот ты такой. Разбаньте в чате. А тебя за что забанили? А? О, древняя монета. А чё она стонать-то начала? Она умирает или что? Что у нас так сразу? Нет, дело пахнет боссом. Итан. Так, ну чё ты чувствую?
босс-файт время сейчас будет. Итан? О. Hey, shh, I know. I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could have helped it. What do you mean? I'm no killer, son. Блять, это... Neither is Marguerite, nor my boy Lucas. Это обман с целью набрать классы сейчас происходит? That girl Evelyn, she did this. What the hell is she? And what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her near a busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind. Your soul. Soul. You can't fight back. You are connected to her, and you can't resist the urge to... Oh, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key, all right? You find her, and you stop her. Ethan, free my family. Please. Чё молчишь-то? Make him love you. Don't hurt him. Silly, I told you I'm not gonna hurt him. Don't you dare. Or what? You're not my mommy. You're not my mommy. Remember? Remember? Пиздец! Надо ее залутать, у нее автомат, это важно. Бля, автомат, надеюсь, вместе с ней не ушел? Автомат! Why? А где автомат? Блять, а древняя монета? Сука! Вот это попадалово. Okay, you bitch. What the fuck are you? Слушайте, а вы точно уверены, что еще 2 часа играть? Потому что будто финал. Yeah.
Еще час? Ну, тогда добьем сегодня. Так. Блядь, сука! Дайте мне мое оружие. Ах, сколько рыбы пропадает зря. А что Итан увидел? Настоящее или не настоящее? Смотришь на этот графон и не верится, что это 17-й год. Так, блин, понимаешь, это и не 17-й год. Я помню, кстати говоря, у меня воспоминания о 7-м резиденте. Не знаю почему, что он ебать какой-то весь мыльный. Может, у меня был супер хуёвый комп. Но у меня воспоминания о супер мыле. Улучшенные патроны. Февраля 892 года. Ебать, в шахте Паттерсона произошел обвал. Туан, Бекфорд погибли, а Хаксли на всю жизнь останется инвалидом. Старик Сен был прав, грунт слишком нестабильный. 19 февраля. Компания не собирается присылать никого на замену. Вместо этого от нас требует работать две смены. Жду не дождусь, когда вернусь в родные края. Видите, речь, что кто-то не будет работать, даже не шло. Они следят за нами с вертолета. Ой, конечно. Alpha One, this is Bravo One. Do you read? This is Alpha One. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Repeat, zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son, Lucas, to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports using the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. Это ли не бы... Это... Вот сейчас, это кто? Это корпорация Umbrella? Судно, лаборатория. 9 монет. А у меня нет 9 монет. Или есть? Вы забрали вещи Мии, слава богу. Блять, у меня их только 8. Так, ну, в принципе, все нужное есть. Даже один слот, мне кажется, лишний. Можно что-то взять будет. Нажми V. Ой, блять, спасибо, это реально удобно. Ебать, вы еще уворачиваться можете. Прикольные вы типы. Thank you.
Так, надо пулеметом как-то пользоваться. А почему я не могу пулеметом пользоваться? Пророк Сенбай. Ага. Все, понял. Так, окей. Вот так вот. Все. Вот это менеджмент. Так, хорошо. Вот где нахуй? Ага, нет, уже не получится. Ебать ты живучий! Я хуею. Блять, ну ладно, хуй с этой травой. Так, сюда. Я никак не могу, да? Еще одна душная лока. Причем, знаете, я как увидел вот эту хуйню с тем, что налево, направо, я сразу понял все в этот момент. Для меня просто все стало кристально понятно в этот момент. Окей, умом. Понял. Ага.
Ну вообще нормально, Кузьма Гридин у нас про ум. Умно жить. Значит, как русы. Жили умно. Пока их не обманули ящеры. Добрых, наивных, доверчивых русов. Бля, вот давайте вот, слушайте, вот этот прикол, честно сказать, очень дешевый. Да ну нахуй! Ну чё, блядь, шоу Бенни Хилла, где остальная труппа? Подлая хуйня. Я считаю это дешево. За спиной врагов спаунить, ну я не знаю, подло. А эти штуки снять нельзя, да? Завязать. Сейф-зона? Блять, ну мне трава... не нужна. Пятница, 16 января 2015 год. Ребята, благодаря вам, меня уже недели как не беспокоят странные мысли. Теперь все нормально, а она до сих пор думает, что привела меня. Вы уж постарайтесь исправить это недоразумение, она ведь не только выглядит как малое дитя, но и глупая как дитя. Однако мама и папа пока в полной отключке. Любопытно, это вы запрограммировали ей всю эту семейную одержимость? Результат, мягко говоря, хреновый. 4 ноября. Эта сука Мия до сих пор пребывает где-то между счастливой страной Эви и реальностью. Она становится весьма агрессивной, пришлось запереть ее в камере. Мне казалось, что Эвелина должна была разозлиться, ведь Мия ее любимца, но ей вроде все равно. Вообще-то Эвелина иногда к ней наведывается, думает Мия ее мамочка. В общем, хреновое у вас получилось биологическое оружие. Семейная одержимость Эвелины выходит из-под контроля. Она заставляет всех похищать... все больше и больше бедолаг, чтобы добавить свою семью уродов. Может, ей надоело, потому что Мия к ней не вернулась, но меня все это уже порядком достало, ведь именно мне приходится почищать дерьмо, когда появляется кто-то новый. Кстати, Эви вроде не здоровится, кожа у нее становится все более морщинистой, волосы седеют, так и должно быть, она как будто внезапно постарела. Бля, о чем я говорил, это бабка и есть эта девочка. Я... понял и раскусил это все с первого раза. Просто реально как дешевок. Нейротоксин Е, испытание для подбора дозы. 5 минут после введения дозы. Рвота. 12 минут после введения дозы. Кальцификация клеток. 10 минут после введения дозы. Смерть. Разрушает... блять, мне нужно эту хуйню было взять. А я не знаю... а где мне ее взять? Тут есть... а, сейф-зона рядом. Все супер. Эвелина также способна формировать организмы из мицелия, то есть грибкового волокна. В данном случае термин
организмы не точен. Строго говоря, это сверхорганизмы, полностью состоящие из бесконечного мицелия. Однако важно отметить, что этим производным свойственен мощный инстинкт самосохранения. Они яростно защищаются при малейшей намеке на угрозу. Свойственна этим грибам плотность и сила придает им потенциальную ценность на поле боя. Исследователи называют эти сверхорганизмы плесневый камень, состоит из плесени, а также это название созвучно слову боевики. Есть в этом наименовании некая выдумка. Я понял, короче. Крайне любопытно было наблюдать в поведении Эвелин такое явление, как ее одержимость идеей семьи. Во время экспериментов было обнаружено множество случаев, когда зараженные субъекты были вынуждены играть роль ее отца или матери, относясь к ней как к родному ребенку. Почему для получения ментального контроля она выбрала именно эту тему? С одной стороны, это кажется случайным выбором, возможно, она инстинктивно осознает, что семейная ячейка лучше подходит для успешного внедрения в социальные группы, нежели одинокая девочка. С другой стороны, кто-нибудь сентиментальный может предположить, что она пытается компенсировать четко осознаваемую нехватку любви в процессе своего взросления в карантине. Ей не хватает родительской любви. Это вот видите, ребята, это о чем говорит? Неважно, кто ты, монстр или живой человек, самый обычный. Всем нам, ребята, нужна семья. Это очень глубоко. Всем нам нужна семья. О, 7 страниц, спасибо. Ха, не заинтересован. Блин, нашли дурака. Так, слушайте, ну что-то я чувствую, пахнет Final Boss'ом. Прям вот такое, знаете, предчувствие поганенькое у меня имеется. Даже не знаю, брать эту траву, не брать. Да хуй с ним, в принципе, уже все. Нейротоксин. Так. А я тут не был разве? А я ж тут везде был. Гранатомет, блять, надо было взять. Бля, возьму-ка лучше гранатомет. Не, гранатомет здесь пободрее выглядит. Если сейчас дело... к боссу приближается, надо взять 100% гранатомет. А, понял, я тут не был, да. Блять. Дай мне травку взять. Так, один. Но один это хуйня. Ха-ха-ха.
Так, умом? А что умом? А хуй знает, что умом. Умом хилка мне нужна. Ладно, пока поживу так. Что-то лучше, мне кажется, пулеметами пока ограничиться. Блять, жалко, мне все фуловое. Да, лучше пока пулеметом, потому что он послабже будет. Бля, вот эта вся тема, конечно, с грибами, тоже херь, как по мне. Толстяк. Два толстяка. Да, неприятно. Так, ну фак ГГ. Я не знаю, что мне тут делать. Не, ну дали шанс еще пожить. На микроскопических. Ну зажали, сволочи. Зажали, но выжили. Да, не уверен, конечно, что будет еще одна сейф-зона у нас. Хотя было бы неплохо, если бы была бы. Так, ну вроде все, залутали. Так, быстренько еще. Если... кстати, от них мы, наверное, вот так вот можно было как-то посражаться полегче было бы. Ну ладно, как было, так было. Так, если сегодня сидеть планируешь? Так я планирую пройти игру. Как я понимаю, у меня-то осталась хуйня. Еще часок? Блин. Ты уверен? Не, мне кажется, ты выдумываешь. О!
Сейф-зона. Ну, как я понимаю... Вот это уже точно ластовая сейф-зона. Сильная аптечка. Не, мне не нужна. Не, ну было бы неплохо. А, ну наверное в пизду, наверное, вот эту хуйню, отмычку. Возьмем лучше вот так вот. Как я понимаю, все равно нам уже это все не пригодится. Ладно. Так, ну мое мнение, все, конечно, скатится в итоге к тому, что мы будем ебашиться с какой-то большой хуйней, у которой на каждой конечности будут большие глаза, по которой нужно стрелять. Я так предполагаю. Так, ну чё? О. Бля, как я выгляжу? Ну ладно. Ну здорово. Нет? Эх, могли закончить игру. This is your fault. Why am I seeing this? Бля, а что-то у неё за спиной. Вот почему она с ума сходила каждый раз. Понял. Ага. Ну, как я понимаю, сюда или... You're gonna be one of us. And then maybe you'll play nicely. I'm not playing. No! Get that away from me! Forget about me! А, это по-настоящему все? Нихуя себе кукла. Или не по-настоящему, не могу понять. Сука. Я сюда никак не могу. Видно наверх. Ой-о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 й. Так, лучше хэпоса здесь лишний не терять. Ну, вот этих обманов с целью набрать классом. Yeah.
понял. Так, а мне что-то делать надо или это так задумано? Так. Ладно, ХП пока есть. А, мне здесь вообще не надо. Понял? Ох ты ж, блядь! Что-то я... Get away! Leave me alone! No, you don't! Get away from me! Stop! 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 No! Но, к слову, ход с бабулей угадал я сразу. Так, понял. Уйти можно, нельзя? Блять, как говорится, а что с ебалом? Ой-ой-ой. Все, музыка из Dark Souls'а. А я не знаю, я ходить-то могу? Нет? Лечись, а я не могу лечиться, мне не дает ничего. Так, ну вот сейчас должно получше быть. Так, как это скипнуть? Никак? Why does everyone hate me?
You're just a little boy. Бля, я надеюсь, это не смерть. Бля, да ладно, смерть. Или это продолжение фазы? Я чувствую это сильный. Нихуя не понимаю. Так, это базука? Play time, bro. Что, все? Это финальный босс в натуре. Блин. Ну, могли бы, кстати, кинуть базуку. Это же, блядь, классическое РЕ-клише. Когда босс убивается с базуки финальной. Во всех частях было, как я помню. С первой по пятой уж точно. Ну и в сиквелах, приквелах. I'm Redfield. О, Крис Редфилд. Glad we found you. Нихуя себе. The fuck took you guys so long? От каждой части он все по-другому выглядит. Но мне понравилось, я вам честно скажу. Если бы не глава с кораблем, которая была довольно унылой, мне игра прямо очень понравилась. Именно играть в нее понравилось. Веселее... Ну, не то, что веселее, но мне больше понравился, чем в Outlast, к примеру. Another opens. Well, a door closed tonight. Это уж точно, блять, эти двери мы открыли и закрыли. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. Сбросил айфон. So were the Bakers. Ну, американцы. It was that thing, Evelyn, who made them that way. Там же работник Макдональдса каждые два дня может себе покупать айфон. Вы не знали, что ли? And these guys are here to clean up the mess. Я вот смотрел видео придурка этого, который про Америку рассказывает. Белозубого такого, не знаю, видели или нет. But now I've lost her again. Рыжего. Но он говорил, каждые два дня могут покупать. Is closed. Так.
Так, ну понятно. Кратко. Мне понравилось, хоть и часть с кораблем, мое мнение, было затянуто. Да? Но это, возможно, из-за меня она была затянута. Хотя, мне кажется, плюс-минус все ее так проходят, но не суть. Она все равно довольно емкая. То есть, знаете, она не успевает заебать. То есть она не успевает тебе надоесть им этим геймплеем. Если бы игра длилась часов еще 10, это пиздец был бы. Я бы ее скипнул. Ну, не скипнул, но проходить ее желания не было бы никакого. А так, в целом, как бы, вроде как, я вообще не ожидал, что она такая, типа, знаете, геймплейная очень. То есть я ожидал, что она как Outlast. Там одна будет функция геймплея — прятаться от монстров в шкафах. А тут, ебать, там и крафтить можно что-то, и собирать, и оружки разные пользоваться, да, и какую-то там стратегию выбирать. Мне понравилось. Хорошая игра. Все-таки что-что, но у резидентов реально получается переформатировать свои серии. То есть удачное было решение в четвертой части переформатировать серию, и удачное решение было в седьмой части переформатировать серию. Всем спасибо, кто был сегодня. Ребят, завтра у нас будет Майнкрафт. Вот, из четверга, скорее всего, новую игру начнем проходить. Все, ладно, всем спасибо, всем пока.